фестиваль детских общественных организаций объявляю открытым. Под звуки гимна России в Анапе открыли очередной 13-й фестиваль детства. Вопреки суевериям, на слете непредвиденных случайностей не произошло. Все по плану, торжественная линейка и напутствие молодым от почетного гостя, ветерана Великой Отечественной войны Павла Тихоновича Кухоля. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, верим в то, что вы будете достойным преемником всего лучшего, святого, что было сделано нашим народом. Уроки истории, литературы и обществознания одновременно, прямо на линейке. И, конечно, награждение лучших в учебе, спорте и волонтерском движении «Антинарко». Серьезную работу активистов общественных движений отметили почетными грамотами. Оценили работу вожатых, специалистов по воспитательной работе и социальных педагогов. После торжественной части награждения дети возложили цветы и венки памяти к мемориалу. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа регион.